Всем привет! Вы на канале ТКТВМ. И сегодня я снимаю продолжение серии, которая... Это уже вторая серия. И это как маленькая, сериальчик такой. Он называется «День рождения Starlight Glimmer». Итак, давайте продолжать. А? Мама, кто это? И открой, это я! Ой! Извините. О, это Лили Блоссом пришла. Мама, открой дверь, она должна зайти. А, заходи, Лили Блоссом. Заходи, сейчас я дверцу открою. О, можно зайти? Конечно, подруга, заходи. Секундочку, сейчас я зайду. Так. Вот. Старлайт, как ты знаешь, у тебя сегодня день рождения. Я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю счастья и всего самого лучшего, и чтобы ты училась на пятерке. Ну, ты, конечно же, и учишься на пятерке. Я тебе решила подарить вот такую вот эксклюзивную Твайлайт из коллекции «Ночь кошмаров». Вау, она же в наряде! О, Лили Блоссом, большое спасибо тебе! Мне она очень нравится, я ее как раз очень хотела. Ну, я же знала, что ты увлекаешься пони. Сейчас я пока ее положу сюда, ну, где будут подарки, ладно? Конечно. А кто-нибудь еще придет из наших друзей? Конечно, будет Релити. Ура! Пинки Пай, здорово! И еще Флауэр Вишес. Здорово, все девочки придут. Да, я очень рада, что все придут. Давай пока посмотрим, подарок твой. Да, давай пока посмотрим и подождем. Может, сейчас еще подойдет кто-нибудь. Да, я вам сейчас тебе покажу, что там она может делать. Можно зайти? А, да, конечно, кто это? Это я. Привет. Ой, Flower Wishes, привет. Flower Wishes, привет. Привет, Лили Блоссом. О, привет, Starlight. Я тебе тут принесла подарок, ну и поздравления, конечно же. Ой. Starlight, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья и всего самого наилучшего, чтобы ты в этом году поехал на море, там, не знаю, чтобы у тебя было все прекрасно. Ой, спасибо, спасибо. Я тебе решила подарить набор вот такой вот из принцессы Луны и Кейденс. Это я, что ли? Ой, Луна. Да, это ты. Вау, какой здоровский подарок. Я как раз люблю миниатюрные. Да, я знаю, у тебя есть рарити. Я их поставлю пока к подаркам. Там мне Лили Блоссом принесла эксклюзивную сейчас вспомню. Искорку. Ну, Твайлайт, можно сказать. А, да. Пойдемте посмотрим там все. Да. Пойдем, Слава, сейчас. Ой, Старлайт, ты где? Девочки, вы давайте посмотрите, а я пока буду встречать гостей, хорошо? Да, да, хорошо. Интересно, кто же следующий придет? Да-да, заходите. Привет, дорогая. Привет, Старлайт. О, привет, Релити, заходи. Ой, привет, сейчас подарок вот вынесу. Ой, дорогая. И тебя поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, как и полагается, в день рождения я тебе дарю вот эту вот пони. Это эксклюзивная из «Ночи кошмаров» Зикора. Привет, девочки. О, привет. Привет. Вау, здорово, это Зикора, я ее обожаю. Я это знала, у меня уже есть, подарила Лили Блоссом Твайлайт. Здорово, ну, честно говоря, вообще-то мы, можно сказать, договаривались, кто что дарит. Чего? Я говорю, что эта декора очень хорошая, она, как и Твайлайт, можно ее переодевать. Здорово. Сейчас ее поставлю. Ты иди пока к девочкам, любуйтесь там подарками всякими, посмотрите, можете друг другу рассказать все. А я пойду встречать гостей, еще придет Пинки. Хорошо. Привет, Флауэрвишес. О, привет, Рарити. Привет, Рарити. Ой, Лили Блоссом совсем тебя не заметила. Привет. Привет. Давайте посмотрим пока. Да-да. Ой, Пинки Пай. Да-да, кто там?
О, привет, Старлет, это я, Кейденс. Кейденс, заходи сюда. Привет, Старлет. Кейденс, привет. Привет. Я тебе, дорогая, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы ты росла и была умницей. С днем рождения. А вот тебе мой подарок. Сейчас пройду. Вот, это My Little Pony, твои любимые. Ой, спасибо, это же Сас и Флаш из Новой Сили. Вау, я так хотела. Он такой крутой, прозрачный. Спасибо тебе, пожалуйста. Ты, конечно, прости, что я тебя не смогу на день рождения задержаться. Мы просто с Луной идем в кино. Да, поэтому я тебя тоже заранее поздравляю. И сейчас тебе подарю подарок. Ну, он от меня, там, можно сказать, и от мамы, да. Общий подарок, мы его еле достали. Да, ну, я думаю, он тебе понравится. Это большая фигурка Apple Jack. Она очень редкая, мы ее еле-еле достали. О, большая Apple Jack, спасибо. Мама, спасибо, сестренка. Ой, как я рада, у меня так много подарков. Ну да, ладно, вы идите, девочки. Пока, еще раз с днем рождения. Да, пока, сестра. Мы пошли. Девочки, посмотрите, что мне подарили. А, да, чего? Там, я видела, Кейденс приходила. А, да, Кейденс. Она приходила. Кейденс мне подарил Саса Флаш. Вау, какая она у тебя крутая. Я не знала, что она такая красивая. А мама, сестренька, подарила Эпплджек. Блин, ну Эпплджек, ее же нет нигде. Да, но мама ее где-то купила. Ну, если я как бы принцесса, мне это не сложно. Да, она самая крутая. Я ее тоже сейчас поставлю. Ой, сколько у меня уже подарков. Давай, ну, чтобы там у тебя, ну, подарки не поломали, мы тут постоим. Да, сейчас Пинки Пай придет, и мы уже тортик будем кушать. Здорово. Вот и Пинки Пай. Кто там? Это я, Пинки Пай. Ой, Пинки Пай, заходи, мы уже скоро тортик будем кушать. Ура! Привет, Старлет! О, привет, Пинки! Привет, я тебя поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего! И я тебе дарю подарок. Это вот этот Пинки... Ой, это Мод Пай. А, Мод Пай, это же типа твоей сестренки, да. Вау, как она крутая, так она еще с крокодильчиком идет. Ну, Пинки, ты придумала. Ну, я же Пинки. Да, давай я пока поставлю подарочек, он очень красивый. Сейчас его сюда. Ой, поставлю, сколько же у меня пони накопилось? Много. Так, девочки, сейчас мама зажжет свечи, мы будем кушать торт. Ура! Будет вечеринка! Люблю вечеринки. Давайте встанем все около столика. Ура! Я стану тебе тут. Я сюда стану. Давайте, девочки, располагайтесь, как вам удобно. Постою. Сейчас будем тортик кушать, ура! Так, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Ура! Ура! Мой день рождения! Давайте кушать торт. Ням-ням-ням. Какой вкусный был тортик. Так, девочки, вы пока можете, не знаю, подняться наверх, там, не знаю, делайте, что хотите, только не устраивайте беспорядок, хорошо? Да, мы сейчас будем отдыхать. Да, вы тут можете вечеринку какую-нибудь устроить. Я не знаю, я пойду наверх. Ладно, если что, зовите меня. Хорошо, мама. Что, давайте танцевать? Давайте. Танцуем. Я люблю, когда ко мне все приходят на день рождения. Давайте поиграем в игру. Какую? В прятки. Будем прятаться. Ой, я дверь забыла закрыть. Сейчас закроем. Будем прятаться. И играть в догонялки. Давайте в прятки. Давайте. А, можно я буду воду? Можно я буду воду? Я обожаю быть воду в прятки. Хорошо. Прячемся везде, кроме третьего этажа, а то там негде просто прятаться. А, окей, я не против. Так, ладно. Сейчас.
Так, раз, я считаю до пяти. Стоп, Пинки, да. Чего? Одень эту маску, а то вдруг ты будешь подглядывать. А, ладно, хорошо. Один, два, три, четыре, пять. Быстрее, идем прятаться. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто-нибудь спрятался, я не виновата. Я иду искать. Так. Так, что-то я никого не вижу. Что-то игрушки свалены. Подождите-ка. Так. Лили Блоссом, я тебя нашла. Ой, ну так нечестно. Из-за моих крыльев ты меня сразу нашла. Да нет. Знаешь, где другие спрятались? Нет, я очень была увлечена. Ну, ты поняла, чем. Дай пока поправим игрушки. Давай. Так, большую я сюда поставлю. Так. Расскажу, где ты. Да, что ты там говоришь? Я говорю, надо быстрее, а то мы не успеем. А, да, тут нас там еще ждать будут. Давай быстрее расставляем игрушки. А то я тут их, можно сказать, использовала. Крокодильчик стоит. Так, ну, в принципе, больше тут на этаже негде прятаться, я думаю. Да, пойдем наверх. Я падаю. Стоп, стоп, не падай. Так, стоять. Фух. Так. Так. Здравствуйте, принцесса. Вы не видели никого? Не, я не видела. Так, ну, в комнате тут нет. Она сказала на третьем не прятаться. Не рассказывай. Чего? А, да ничего, я тут стою. Так, господи, я стою вот здесь, вот хорошо. Да, поищу. Флавер Вишес, я тебя нашла. Ну, блин. Да, ты меня нашла. Здорово. Так, пойду-ка дальше поищу. Старлайт, я тебя нашла. Да, ну, я за мамой спряталась. А мама, только не упади. Мама, нет, нет, нет. Так, все. А где же Ралли? Так мы ее не нашли, не знаем, где она. Хе-хе-хе-хе-хе, они меня найти не могут. Хе-хе-хе, хорошее местечко. Так, ладно, пойдемте еще раз на первом этаже посмотрим. Да тут ее нет. Где колонна? Ну да. Я тоже не знаю, где она может быть. Но ты ее видела, как она на первом этаже пряталась? Нет. Конечно же, видела, только не буду рассказывать. Ох, надо посмотреть, а то мы так не будет нечестно играть. Подождите-ка. Вот ты где, Рерити, мы тебя нашли. Ну, блин, я думала, еще подольше поищите меня. Как ты хорошо замаскировалась, было почти тебя не видно. Ну, я спец играть в прятки. Это точно. Ой, хорошо, поиграли. Давайте еще во что-нибудь поиграем. Да, давайте. Спустя несколько часов. Ой, как хорошо мы поиграли. Да, уже поздно. Жалко, что мы уходим. Ну, ничего страшного, вы можете потом еще как-нибудь ко мне в гости прийти, да. Ладно, пока. Пока. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И всем пока. Пока-пока.